Дом «Долгострой» по программе «Жилье молодым» сдадут в 2024 году в Дагестане. Квартиры получат 108 семей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона. Строительство жилого комплекса в Каспийске осуществляется по программе обеспечения жильем молодых семей в Республике Дагестан. Как пояснили в ведомстве, в результате неправильно поставленной работы отдельных руководителей дом стал долгостроем, а участникам программы пришлось ждать своих квартир 16 лет. Благодаря поручению главы Республики Дагестан Сергея Меликова в конце текущего года жильцы получат заветные ключи от своих квартир. Отмечается, что накануне руководство дирекции по развитию жилищного строительства в Республике Дагестан встретилось с участниками программы и проинспектировало ход строительства объекта.